В Московской области задержали бизнесмена, возглавляющего компанию, которая вела газоснабжение дома в Ногинске, где произошел хлопок газа и разрушилась часть дома. Мощный взрыв прогремел рано утром 8 сентября. Из-за взрыва газа произошло обрушение в подъезде. По одной версии, трагедия произошла из-за неисправности магистрального газового оборудования. Погибли люди. И вот еще что сказано. Уже прошло несколько дней, и в доме, где 18 дней прошло, и в доме, где произошел взрыв, остаются 17 домашних животных. Они сидят на подоконниках и ждут помощи. Волонтеры и сотрудники МЧС не могут их пока спасти, так как проход на территорию дома закрыт. Животные остаются без воды и еды. Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут. Вот так. Вот такое произошло. Дам ссылку, посмотрите. Вообще, картина страшная. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.